Это Сходня, улица Чапаева, дом 17. Жители обратились к специалистам выездной администрации по вопросу установки окон. Во время ремонта возникли сложности с их оборудованием. Важно, чтобы обе рамы были герметичными. Одна из них должна открываться для проветривания. Прошло меньше месяца. Специалисты проверили установку рам и решили вопрос жителей. Получается, открывающие окна у нас стали в ногах. А это небезопасно. У нас в доме есть маленькие дети, которым это очень интересно. Сверху поглазеть, что там у нас внизу происходит. Именно с этими окнами я и обращался. В итоге нам все это исправили, люди довольны. Встречи в формате выездной администрации – это возможность напрямую обратиться к профильным ведомствам, задать волнующие вопросы и получить грамотные, экспертные ответы. В этот раз встреча состоялась в Старых Химках в 30-й школе. По традиции, самыми популярными вопросами стали благоустройство и сфера ЖКХ. Уже несколько вопросов было по установке шлагбаума в дворовой территории, по благоустройству дворовой территории. Это люди просят землю, просят кусты, живую изгородь делать. Есть вопросы по расширению парковочных пространств, по строительству спортивных площадок. Ольга Иванова живет на Спартаковской улице. Вместе с неравнодушными соседями они благоустраивают двор своими силами, высаживают цветы и ухаживают за растениями. Жители разработали целый проект, с которым планируют участвовать в конкурсе. Администрация поддержала инициативу. И в ближайшее время специалисты помогут навести порядок на детской площадке и даже помыть там резиновое покрытие. Мы даже не знали, что такая есть услуга, но мы в этой услуге очень-очень нуждаемся, потому что там прорезиненный такой идет материал, который, да, и он уже за столько-то лет, он зарастает мхом. Мы попросили, что это, и нам это не отказали. Выездная администрация – это востребованный формат общения. Одни вопросы решаются мгновенно, другие требуют детальной проработки. Дмитрий Ребристов не впервые на такой встрече. В этот раз обратился уже с другими вопросами. Он работает в поликлинике, которая находится в жилом доме. Зимой в здании пострадал козырек над главным входом. В кабинетах необходимо провести ремонт потолка. Нравится то, что тут можно конкретно зайти, тут есть представители, к кому мы обращаемся, особенно вот по коммунальным услугам, это и водоканал, это и СКМОСЭнерго, и МУП жилищник, то есть конкретно при заместителе главы мы общаемся, мы находим какие-то точки соприкосновения. В этот раз на встречу обратились 50 жителей. Напомним, что с начала года в Химках прошло уже 32 выездные администрации. Профильные службы приняли в работу более 1500 обращений. Выездные администрации проходят в Химках каждую неделю. Следующая состоится уже 25 июля в Левобережном. Юлиана Мазырина, Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.